В самом начале все начиналось как хобби, увлечение. Много кто говорил, ты тратишь время впустую. Но нас это не останавливало, мы двигались дальше. Потому что мы не боялись осуждения, потому что мы стремились к своей мечте. Мы жертвовали многим, чтобы достичь своей цели. Это наша игра. 10 октября при поддержке Украинской Федерации Киберспорта и продюсерского центра Made in Odessa официально открывается eSport Hub. Киберспортивный тренировочный центр. Занятия идут сразу в нескольких направлениях и длятся 3 часа. Проводится теоретическое изучение игрового контента, отрабатываются практикумы, поскольку любую задумку надо наиграть. Проходят тренинги с психологами, которые помогают найти оптимальную роль для игрока, налаживают взаимодействие внутри команды, а на более поздних этапах готовят коллектив к турнирам и соревнованиям. Также мы понимаем, что тренинги в eHub не отменяют необходимости в получении основного образования. Поэтому наши курсы идут параллельно образовательному процессу, а не вместо него. Как бы хорошо вы ни кликали, настанет тот момент, когда из профессиональных игроков вам придется уйти. И образование – это та база, которая станет вашей опорой в дальнейшем развитии в киберспорте. В заключение хочется добавить. Проект будет развиваться, количество дисциплин увеличиваться, функционал курсов расширяться. Поэтому следите за новостями на наших информационных ресурсах. Звоните по телефону 770-1661. Консультируйтесь с нашими специалистами и просто приходите пообщаться, чтобы увидеть, как все происходит вживую.